знаете, про что еще хочу с вами поговорить? Сейчас уже начался отопительный сезон, знаете? Нет. Нет? Тепло дома у вас? Да. Отопление, да? Мне жарко дома, очень, что можно вспотеть до мокрости. Мы, например, одевали какие-то теплые пижамы, а если совсем было холодно, мы включали огонь на плите и грелись. Знаете, что такое ЖКХ? У нас тут какой-то город. Я думаю, что это какой-нибудь район или область. Тепло у вас дома? У меня нет. Батареи не такие прям горячие. А я тут сразу вот до батареи, у меня как будто я за огня дотронулась. Вот не дают. Что вот я могу сделать, чтобы побыстрее дали? Можно позвонить каким-то сантехникам и сказать, что долго нет отопления. И они могут приехать и разобраться, почему очень долго не дают отопление, а другим – да. У нас раньше было… А у меня дома пустыня. Мой папа чинит трубы, он дает отопление. Она приходит на отопление через трубы, которые приносят горячий воздух или горячую воду. Купили батарею и нам ее поставили. Теперь у нас дали отопление и у нас тепло. У нас даже обогреватель есть, мы его теперь не включаем, раз у нас тепло стало. Пока тепла не было, было же холодно все равно дома, да? Да. Да? Очень холодно у вас было? У нас было холодно, а на улице еще теплее, чем дома. И еще может горячее отопление выдаться из подземелья. Иногда, когда батарея включена, а она холодная, а дверь закрыта, и там холодно, и другая батарея включена. И можно вторую батарею, которая, например, на колесах, можно ее не включать. Горячая вода может попасть в землю, просто засохнуть, а вот пар, он может просто раствориться, потому что там сырость. Под одеялом вы грелись? Да. А вот как это? Около. Ну, просто залезали туда, даже головой. Если долго ждешь отопление, там, например, 2 года или месяц, то лучше приезжать в другой дом. Знаете, что такое ЖКХ? Нет, пустая голова. В одну квартиру не дадут, а в другую в одном доме дадут. Это будет какой-то обман. Поздно нам включили отопление или нормально? Поздно. Поздно? А когда нужно было включить? Надо было чуть-чуть пораньше. Если нету горячей воды, то может что-то сломалось, что-то не пускает воду. Угу. И я так или думаю. Дырочка какая-то маленькая. У каких-то людей может быть обогреватель, можно обогреватель включиться. У каких-то людей вот есть такие, ну может какие-то штучки есть, которые греют. Вот. У меня отопления нет, а у соседки есть. Это будет обман, потому что тогда бы, например, вечером они подключили тот, а этот не успели, они устали. Если нету холодной воды, значит, дома становится очень жарко и очень-очень жарко, потому что нету холодной воды, а если бы была горячая вода и холодная вода, то бы не было такой жары, потому что горячая и холодная вода получается тепленькая. Если нету обогревателя, то можно просто включить фен и держать его. И так постепенно будет становиться теплее.